Сегодня по всей России, в том числе в Барнауле, проходят митинги памяти, посвященные жертвам терроризма. Ровно 14 лет назад в Беслане случилась трагедия, забыть которую невозможно. Для детей, их родителей и педагогов тот учебный год стал роковым. В местной школе находилось более 1000 заложников. В результате захвата погибло 334 человека. Большинство из них – дети. На площадке у Политехнического университета в Барнауле почтили их память. Просто присутствие уже это знак о том, что мы помним и не забудем. Терроризм – это очень плохо. Тем более то, что они делают с детьми, ну это вообще непозволительно. На площади сегодня собрались не только студенты, но и представители власти, военные и священнослужители. В память о погибших они зажгли свечи. Люди забывают, что жизнь человеческая – это дар Божий. И никто не имеет права ее останавливать, посягать на нее. Божье благословение да будет со всеми нами и над нашей великой российской страной.